45-летняя Олеся Судзиловская с семьей отдыхает в турецком Бодруме. Актриса и ее муж Сергей Дзебани отметили розовую свадьбу, 10 лет супружеской жизни. Муж и жена отправились на отдых вместе с двумя детьми, 10-летним Артемом и 3-летним Майком. Романтический юбилей пара отметила прогулкой на роскошной яхте. Актриса поделилась серией семейных снимков. Она позировала в красочном бикини на яхте, хвастаясь подтянутой фигурой. Прогулялись на лодке. Заплывали в бухту, купались, ловили рыбу. Загорали, наслаждались видами, отмечали годовщину. Написала Олеся в Инстаграм. Поклонники восхитились фигурой звезды сериала «Домашний арест» и засыпали ее поздравлениями с годовщиной с мужем. «Прелесть, красотка, ужас какая красивая! Восхищаюсь вами, Олеся! Вы красивая и талантливая! Фигура – огонь, стройниша, просто прелесть, Олеся! Поздравляю вас с годовщиной! Будьте счастливы и любимы! Да и как всегда неповторимы!» На фото это сразу видно, пишут фолловеры. Недавно Олеся Судзиловская в бикини раскрыла секрет стройной фигуры. Актриса примерила платье с обнаженными плечами. Блондинка рассекретила бьюти-уловку.